Заседание по подготовке к декаде материнской славы провел председатель правительства Александр Смекалин. Декада проходит в регионе ежегодно в преддверии Дня матери, который отмечается в соответствии с указом президента России в последнее воскресенье ноября. Проводимые мероприятия для Ульяновской области социально значимы и в первую очередь направлены на пропаганду семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. И на сегодняшний момент у нас в приемных семьях находится порядка 3840 детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Это более 87% от всего количества детей-сирот. Декада материнской славы будет организована с 16 по 26 ноября. Планируется проведение более 500 мероприятий. Кроме того, в Ульяновской области уже проводится ряд мер в поддержку женского здоровья. Во многих регионах в эту неделю проходят и дополнительное обследование женщин. Да? Центральным мероприятием декады станет вручение почетных знаков Ульяновской области, материнская слава и благодарственных писем губернатора. Лисан Фахретдинова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.